Вот так Татьяна сядет, да? Или вот она сейчас вот так вот откинет, ногу на ногу сделает. Удобная поза – залог успеха. За колючей проволокой тоже учат азам этикета. Тренинг проводит обладатель национальной премии по этикету и имиджу. Мы сегодня говорили о деловом этикете. Я рассказала о том, как правильно представиться, как садиться, как вести себя на собеседовании, как общаться в деловой среде. И очень надеюсь, что девушкам, когда они выйдут на свободу, мои рекомендации и рекомендации этикета будут нужными. Евгения рассказала о культуре поведения в деловой среде, приветствии, тактильности, невербальных формах самопрезентации, дресс-коде. Полуторачасовой урок пролетел для девушек мгновенно. Нужно чувствовать себя, во-первых, более уверенно, как бы не сковываться, вести себя более не сжато, раскованно. Держать осаночку ровно, руки не сжимать, ложить их тоже как-то правильно, чтобы это выглядело красиво. Тренер поведала также о цифровом этикете. Знания помогут осужденным после освобождения вежливо, уважительно и этично вести себя в онлайн-среде. Валентина Аскерова, «День с толком».